Это видео льва по кличке Юпитер, целующегося со своей спасительницей, стало вирусным лет 10 назад. Колумбийка Анна Хулия Торрес забрала его в трехмесячном возрасте у бродячих циркачей, выходила и вырастила. Но продолжение у этой истории весьма печальное. В прошлом году по требованию защитников животных Юпитера конфисковали власти. Теперь же его обнаружили истощенным в зоопарке департамента Кордова. «Это ужасно. У меня как будто забрали 19-летнего сына. Он рос на моих глазах, как ребенок. Из львенка превратился во взрослого льва. А когда ему исполнилось 19, его забрали». Анна Хулия вместе со своими сторонниками добилась того, чтобы льва позволили забрать из Кордовы. Его перевезли в Кали, столицу департамента Валье-дель-Каука. Здесь о животном будут круглосуточно заботиться ветеринары местного зоопарка. «Мы сделаем все возможное, чтобы его вылечить, учитывая степень недоедания и анемию, которая у него появилась. В защиту этого царя зверей мы хотим сказать, обо всех разумных жизнях нужно заботиться и оберегать их, особенно если это дикое животное, которое вообще не должно жить в клетке». Анна Хулия будет постоянно находиться рядом со львом, пока он поправляется.